Привет, ребята! Это четвертый выпуск обучения игры на гитаре с нуля. И я хотела сказать спасибо всем, кто писал мне, что такие видео нужны. Вы смотивировали меня на то, чтобы я больше делала таких видео. Сегодня мы с вами выучим песню, которая называется «Мокрый район». Ее смогут выучить абсолютно все. Даже если вы только что взяли гитару, если она у вас есть, и если у вас есть каподастр. Ну, вы можете выучить и без каподастра, но будет тональность немного другая. Мне, например, неудобно петь. Итак, начнем. Мы ставим с вами каподастр на третий лад. И смотрим, что мы дальше делаем. Мы ставим аккорд АМ. Берем указательный палец, ставим на вторую струну первого лада. Берем средний палец, ставим на второй лад на четвертую струну. И берем безымянный палец, ставим на третью струну второй лад. Что мы делаем здесь? Мы играем 5, 4, 3. Все, легкотня. 5, 4, 3. Очень легко. Дальше мы берем безымянный палец. Все оставляем, но берем только безымянный. Ставим его на третий лад, на пятую струну. Играем 5, 4, 3. Легко. Попробуем заново. АМ. 5, 4, 3. С. 5, 4, 3. И последний аккорд, который будет у нас в этой песне, аккорд G. Указательный палец ставим на пятую струну второго лада, средний палец ставим на шестую струну третьего лада и безымянный палец ставим на первую струну этого же лада третьего. И играем 6, 4, 3. Отлично! Пробуем заново. АМ. 5, 4, 3, С. 5, 4, 3, G. 6, 4, 3. И снова АМ. 5, 4, 3. Это у нас один круг. Сыграем чуть-чуть побыстрее. Легко, очень. Попробуем под это спеть. Всю по боку, я до тебя бегу с тобой, хорошо мне. Может, бахнем, погляди, как пахнет. Кроме тебя больше совсем таких девах нет. Узнаю силуэт в окне, знаю, что ты думаешь обо мне. От тебя забегали по спине, без тебя вообще больше смысла нет. Только тобой дышу в июльской жаре, с нами городской шум и блеск фонарей. Никуда не спешу, душу мне согрей. Ну-ка, подойди же ко мне скорей. Никого не вижу, кроме домов с тобой. Если это не любовь, что тогда любовь? И не то, что мне совсем без тебя слабо. Просто попросту с тобой мне хорошо. Что за концовка? С тобой мне хорошо. Настя, ты нас такому не учила, скажете вы. Берем аккорд G в конце. Здесь мы берем большую струну, шестую, большим пальцем. И здесь три последние струны, то есть третья, вторая и первая. Первая струна безымянный палец, вторая струна средний палец, третья струна указательный палец. И дергаем так. Это будет с тобой мне, а потом АМ. И у нас будет пятая, третья, вторая, первая. Хорошо, с тобой мне хорошо. Все, легко. А куплет мы с вами выучили, у нас остается припев. Что же делать в припеве? Аккорды те же самые. Можно играть, смотрите как. Просто вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. То есть вы чуть-чуть только побыстрее играете. Старайтесь не касаться вот здесь нижних струн. Но если хотите, можно прям... Но лучше так, поверху чуть-чуть. То есть там будет. Я влюблен, родная, я влюблен в тебя. Мокрый район и луна это подтвердят. Вот, если вы хотите чуть-чуть заморочиться, можно к этому раз, два, три добавить вверх, вниз, вверх, вниз. Там будет. Я влюблен, родная, я влюблен в тебя.
мне так не нравится, если честно. Я вообще играю вот так. Я влюблён, родная, я влюблён в тебя. Мокрый район и луна это подтвердят. Я влюблён. То есть я ещё чуть-чуть прихлопываю вот так. Как-то у меня выходит, вот, на слух, короче, как-то приходит ко мне в голову. А, в принципе, для новичков, если вы только что взяли гитару, просто раз, два, три, 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 раз. Очень легко, мне кажется. На этом, в принципе, все. Мы с вами выучили куплет и припев. Если вам было это полезно видео, обязательно ставьте, что там, пальцы вверх, хотел сказать, сердечки. Подписывайтесь на канал и пишите внизу, что нужно разобрать срочно, без чего бы вы не выжили в этой жизни. Всем пока!